Բադալյան 3 ինքնաբուխ հավաք էր ազգային ժողովի մուտքի մոտ, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրեն սխալ են հասկացել հերթական անգամ. Որքանով է ըստ ձեզ այդ հավաստիացումը վստահություն ներշնչում, միև ինչպես է ստացվում, որ պարբերաբար սխալ ենք հասկանում երկրի առաջին դեմքին? Ну, на мой взгляд, это откровенная ложь, и как бы здесь двух мнений быть не может, потому что он это сказал прямым текстом. Более того, об этом ему то же самое говорили и его депутаты. Они говорили об этом и до вчерашнего дня, подготавливая людей к этому. Более того, мои коллеги в различных телеграм-каналах не раз писали о том, что вся эта ситуация, которая возникла на границе, трагическая ситуация, потому что ситуация очень плохая, погибло очень много наших ребят. Я не верю абсолютно и, конечно, не имею права утверждать, но предполагаю, что их больше в разы. Я считаю, что это был договорняк между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Никол сам попросил, чтобы Азербайджан пошел вперед. Сами ничего не подготовились к этому удару. Для чего? Как раз для вот этого заявления, которое было сделано вчера, для того, чтобы сказать: я все равно подпишу, называйте меня как хотите, хотите такой страдалец меня от власти, уберите что угодно, но ради Армении я это сделаю. На мой взгляд, сейчас будет еще один этап эскалации конфликта, то есть Азербайджан вновь пойдет вперед. Косвенным подтверждением тому может являться то, что они сегодня опубликовали цифры о новых жертвах, что у них не 50, а 21 жертва. Если проследить, всегда, когда они официально говорят о своих жертвах, они идут дальше на провокации, на эскалации конфликта. Ну, вот я предполагаю, что сейчас будет эскалация конфликта, и далее спаситель, мессия Никол повторит 9 ноября, подпишет очередной акт капитуляции, окончательно сдаст Арцах, сдаст ряд территорий Армении и встанет снова в образе спасителя, что вот я принял такое сложное решение ради Армении, чтобы она была в безопасности. Дальше предполагаю, что будет окончательно расформирована армия. Ну, то есть сделаны какие-то контрактники, это можно наблюдать, делать выводы из его выступления, где он говорит о том, что Азербайджан боится нашей сильной армии, Азербайджан идет на провокации, нападает тогда, когда мы проводим в армии реформы. Соответственно, так как он продвигает эпоху мира, следующим его заявлением после капитуляции, следующим его действием будет то, что мы же хотим мира. Если мы хотим мира, значит, у нас не должно быть армии. Потому что пока у нас есть армия, если она сильная, то Азербайджан будет злиться, понимаете, по сути, и нападать. При этом вчера было, по-моему, заявление о том, что будет потрачено 12 миллиардов за 10 лет будущей на армию. Но они могут быть потрачены, не факт, что они пойдут куда надо. Но, на мой взгляд, если допустить сейчас вот эту капитуляцию, то о той армии, которую мы имели, можно забыть. Ерик, спасибо. Բավական է ակտիվ էր ընդդիմությունը, այսօր կարծես թե մի փոքր պասիվություն է նկատվում գոնե այս պահը, ինչ կարող է անել, արդյոք այդ, չգիտեմ, ինքնաբուխ հավաքները կարող են որևէ բան փոխել իրենց? Смотрите, вчерашний митинг, да, который стихийный, он имеет две стороны. С одной стороны, это самое сильное, по сути, что это сложнее всего остановить, потому что люди вчера пришли не ради какой-то личности, не ради какой-то политической силы, не ради какой-то выгоды. Люди вчера пришли ради Родины.
Есть его обратная сторона. Так как он никем не организован и он стихийный, им крайне сложно управлять. И по сути вчера это не получилось, именно его управлять. Более того, так как к нему были не готовы те люди, которые должны были взять на себя ответственность и повести людей, не было четкого понимания о том, каков следующий шаг сделать для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. То есть пытались, часть людей пыталась пройти в здание национального собрания, другая часть останавливала. На самом деле от того, что захватили пустое здание, большого результата, возможно, бы не было. С другой стороны, возможно, это были бы действия некие, и, возможно, это подняло бы волну. Здесь, конечно, сейчас история не терпит сослагательных наклонений, но факт в том, что вчера не удалось направить ту энергию, ту злость людей в правильное русло. Кто в этом виноват, что в этом виноват, я не хочу об этом говорить на самом деле сейчас, потому что я хочу, чтобы все сконцентрировались только на одном, это на отставке Никола Пашиняна, потому что если этого не случится вот сейчас, возможно, это уже и не случится никогда, да и Армении уже может не быть. Տեսեք, վերադառնալով էսկալացիային, որի մասին ասում էիք երկրորդ փուլին, հիմա արդեն խոսվում է այն մասին, որ իշխանությունը թաքցնում է տարածքների կորուստների մասին տեղեկատվությունը, եթե ունեք տեղեկություններ, ես չեմ ուզում ինքս հրապարակել, բայց ջերմուկի մասին որոշակի այսպես տեղեկություններ են շրջանառվում. Ինչ կարելի հստակ ասել, որ սա արդեն կորցրել են կամ սա հետ ենք վերադարձրել, որտով նաև վերադարձվելու մասին տեղեկություններ կան։ К огромному сожалению, о таких вещах можно говорить. Мне люди вообще, в принципе, которые не скрывают свое лицо, только исходя из официальной информации, иначе это может закончиться тем, что уже один раз было, и мне тоже дали это понять. Не буду рассказывать, кто и как, но да. Однако я в любом случае, если наша Минобороны, если наша власть не раскроет всей правды, она будет раскрыта. Сейчас пока что подождем. Но я предполагаю, что у нас есть потери и территориальные, что есть определенные села, которые потеряны. По жертвам я уже говорил, на мой взгляд, их больше. Будем ждать официальной информации.